Ну и, скажем так, в продолжение всей этой истории, немножко с другим только уклоном, идем за океан. И здесь вот такой девиз, наверное, для этой новости подходит лучше всего. Любишь селфиться, готовь денежки платить. 70-летняя американка потребовала призвать к ответу высмевшую ее модель Дэнни Мэттерс. Вот она перед вами. Девушка опубликовала в соцсетях фотографию обнаженной незнакомки из раздевалки спортзала в Лос-Анджелесе. Сейчас мы вам все покажем. И все бы, наверное, ничего. Посмеялись подписчики, забыли. Но в дело хорошо, что вмешалась полиция. Фараон решили поинтересоваться, разрешила ли дама опубликовать свою пикантную фотографию. Конечно, нет. Бабушка вначале удивилась, потом расстроилась и, наконец, разозлилась. Понятное дело, вообще понятная реакция нормального человека. Теперь пожилая американка требует наказать 29-летнюю пигалицу. Модели, кстати, грозит до полугода тюрьмы, но опозоренную даму это вообще, по-моему, никак не смущает. Адвокат Мэттерс, между тем, пытается доказать невиновность подзащитной. Мол, да, выложила, высмеяла, но ведь без злого умысла, от широты душевной. Ну а пока полиция готовит обвинение, радиостанция «Клосс», где модель вела ежедневную передачу, указала девушке на двери. Наверное, справедливо. К тому же фитнес-сеть Лос-Анджелеса, где и случился скандал, где был сделан скандальный снимок, запретила хулиганке посещать свои спортзалы.